Азербайджанские военные заняли высоту на границе с Арменией в направлении Силакут. Как передает канал 13, об этом сообщил в субботу армянский портал «Разминфо». На основе ролика, распространившегося в соцсетях, в издании определили расположение высоты. Она находится примерно в 6 километрах к северо-востоку от Силакут Гигаркуникской области. По информации издания, здесь граница между Гигаркуникской областью Армении и Азербайджаном проходит по вершинам гор.